«Балтгаз», крупнейший российский производитель отопительного газового оборудования, представляет двухконтурный газовый котел нового поколения с закрытой камерой сгорания. Котлы серии «Нева» производят на Армавирском заводе газовой аппаратуры в Краснодарском крае. Это современная производственная площадка, оснащенная новейшим, высокотехнологичным оборудованием. Каждый котел проходит проверку на испытательных стендах завода. При этом инженеры-испытатели несут личную ответственность за выпущенные изделия. «Балтгаз» представляет три модели котлов нового поколения мощностью 14, 18 и 24 кВт в режиме отопления. При этом каждая из моделей производит 14 литров горячей воды в минуту. Котлы адаптированы для работы как на природном, так и на сжиженном газе. Котлы нового поколения «Нева» обладают современным и эргономичным дизайном. Котел размером 70 см в высоту, 42 см в ширину и глубиной всего 27 см весит 28 кг, что делает его компактным и позволяет легко вписать в интерьер. Для монтажа требуется всего один специалист. Информативный дисплей котла показывает заданную температуру горячего водоснабжения и контура отопления. Для контроля давления теплоносителя в нижней части котла расположен манометр. Изоляционное покрытие на внутренних поверхностях корпуса обеспечивает пониженный уровень шума при работе котла. Передние и боковые стенки котла легко снимаются, что создает удобство обслуживания и пусконаладочных работ. Внедрена новая система защиты от образования конденсата в трубках прессостата. В месте присоединения трубок к вентилятору установлен отбойник, который защищает от воздействия холодного воздуха. Специальный эжектор установлен для удаления конденсата. Котел оснащен встроенным расширительным баком объемом 6 литров, что позволяет подключать котел к системе отопления до 70 литров без дополнительного расширительного бака. Новый газовый котел «Нева» является энергоэффективным. КПД достигает 93%. Техническое обслуживание котла теперь намного проще. Герметичная камера совмещена с передней крышкой и боковыми стенками, что облегчает вес котла. Расширительный бак расположен внутри герметичной камеры. Для доступа к компонентам гидрогруппы панель управления легко откидывается вниз. Электронная плата расположена в пластиковой панели с легко снимаемой задней крышкой для доступа к плате. Плата защищена от попадания брызга воды. Газовую горелку с задним расположением коллектора удобно обслуживать. Для снятия и чистки горелки не требуется разборка газовых коммуникаций. Комплектующие котлов «Балтгаз» серии «Нева» поставляются ведущими европейскими производителями. Битермический шеститрубный теплообменник со специальным покрытием для защиты от внешних воздействий. Циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком. Сверхнадежный газовый клапан, обеспечивающий плавную регулировку мощности горелки в диапазоне от 30 до 100%. К котлу можно подключить дополнительные устройства. Оригинальный пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры, комнатный термостат, датчик уличной температуры, GSM-модуль для дистанционного управления и удаленного наблюдения за работой котла с помощью SMS-команд, разделитель каналов для применения котла в системах с разделительным дымоходом. Газовый котел «Балтгаз» серии «Нева» предназначен для отопления и горячего водоснабжения домов и квартир с площадью до 240 квадратных метров. Эргономичный дизайн легко впишется в любой интерьер. Котлы соответствуют мировым требованиям надежности и безопасности. Установка котла «Балтгаз» в вашей квартире или доме позволит вам сократить расходы на отопление и горячую воду. Вы сможете самостоятельно выбирать комфортную температуру в любое время года. «Балтгаз» — ведущий производитель настенных газовых котлов в России.